Две сотни мальчишек и девчонок собрались на одной сцене в Бурлинском районе. «Алтайские звездочки» — под таким названием здесь прошел 4-й конкурс детского творчества. Юные таланты продемонстрировали свои умения. Ни много ни мало, более 200 мальчишек и девчонок приняли участие в конкурсе «Алтайские звездочки». Дети от 7 до 16 лет исполняли песни, хореографические номера и читали стихи. Цель фестиваля – создать все условия для развития и поддержки детского творчества. Изначально вот какую цель мы задавали не сильно предъявлять какие-то профессиональные требования, а больше предоставить площадку для максимально большего количества участников. Дать возможность детям проявить свои таланты, дать возможность себя показать, дать возможность посмотреть, кто еще чего умеет, на других посмотреть. С каждым годом желающих выйти на сцену становится больше. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов, представители детских школ искусств, домов культуры. Все дети выступают с большим удовольствием. Например, образцовый коллектив России, народный хореографический ансамбль «Ерошки». Мы каждый год принимаем участие. Для нас это очередная проба сил. Для нас это очередная ступенька в постижении мастерства. Дети готовятся, дети стараются, организовываются, работают, стараются для конкурса, для фестиваля. Стимул для детей. В этом году в фестивале приняли участие юные таланты из Славгорода, Ярового, Бурлинского и Табунского районов. Каждому участнику фестиваля вручили диплом и памятные призы. В этом году впервые был присужден гран-при фестиваля. Елена Заздравник, Дмитрий Бутков, Новости.